Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума, посвященного столетию со дня рождения Шашина. Ведущие компании нефтяной промышленности России и зарубежья собрались на дискуссионной площадке, чтобы обсудить вопросы развития нефтегазохимической индустрии. Татарстан располагает высокоразвитым топливно-энергетическим комплексом, крупнейшими предприятиями по добыче, переработке нефти и производству нефтехимической продукции. Казанский федеральный университет расширяет границы делового сотрудничества. В рамках форума состоялось подписание договора о сотрудничестве между КФУ и научно-производственной фирмой «Пакер». Ильшат Равкатович Гафуров и директор научно-производственной фирмы «Пакер» Марат Мирсатович Нагуманов подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки между Казанским федеральным университетом и научно-производственной фирмой «Пакер». Город Казань, 7 сентября 2016 год. В работе форума принимает участие более 200 предприятий России, Азербайджана, Австрии, Германии, Китая и Польши. Выставочная экспозиция представляет продукцию 25 стран мира. В ходе форума будут проведены 3 тематические выставки и 6 научно-практических конференций. Ксюша Дзен, Руслан Уразаев, Универньюз.